Живопись Айвазовского – живопись штормов и бурь. Это бушующая морская стихия, вздымающая гигантские волны, крушащая малые и большие корабли. Картины Айвазовского звучат. Шумом прибоя, воем ветра, хлопают изодранными парусами. На картине «Корабль императрица Мария во время шторма» мы видим очередное лицо бури и обреченное судно. На картинах Айвазовского, писавшего «Бури» десятилетиями, ни одна его буря не похожа на предыдущую. В лучших своих произведениях, одно из которых «Корабль императрица Мария во время шторма» 1892 года, не становится однообразным. У всякой бури художника свое лицо, своя личина, своя стать, свои повадки и своя грация, и смертоносная мощь. Палитра картины «Корабль императрица Мария во время шторма» демонстрирует безысходность. И сине-черные краски прекрасны для всех, кроме обреченного корабля. Солнечные лучи еще выхватывают, казалось бы, живительные, обнадеживающие зеленые пучки света на поверхности волн. Но аккурат вокруг императрицы Марии судно уже поглотила непроглядная мгла. Вероятнее всего, скоро поглотит и морская пучина. В 1880-х годах один престижный английский журнал писал о творчестве Айвазовского. Тогда авторы сравнивали каждое произведение художника с толстенным фолиантом, который необходимо долго и пристально изучать, прочитывать. Статья завершалась риторическим вопросом о том, мог ли доселе хоть один какой-нибудь гений настолько же искусно бросить шторм на полотно.